Когалыме строят теннисный центр. Спортсмены смогут заниматься одновременно на 4 кортах. Площадь каждого будет ровно 648 квадратных метров. Такие размеры отвечают международным требованиям. На таких кортах проводятся, например, квалифицированные соревнования турнира «Ролан-Гаррос». Так что теннисный центр в Когалыме сможет принимать соревнования даже самого высокого международного уровня. Кстати, для зрителей предусмотрены трибуны на 338 мест. Сейчас в первой части корта подходит к завершению монтаж деревянных балок. Рабочие приступили к сборке кровли. Закончить работами на крыше планируют к концу января.